Тринити! Помоги! Погнали. Когда бобра на стену, ну да, надо уже вешать. Я просто сам не могу повесить. Надо какого-то мастера позвать, а мастера звать чисто, чтобы бобра повесил, странно. Я, может, и могу, но, блин, я боюсь, коряво сделаю, неохота. Говорят, рукастый мужик, это не про меня. Может, рукастый в каком-то другом контексте. У меня руки мощные. Я слишком изнежился. На солнце 77 здесь, а так солнце 4 здесь, давайте. В 3 играть или, наверное, Е3 лучше. Б6 мне не нравится, ход с его стороны. Я думаю, как-нибудь удержать может попытаться. Ну не, надо развиваться. Поле Е2 для коня. Вот сейчас ладья С1. Все он довольно-таки заманчиво выглядит. С идеей пункт С5 оккупировать. На Б6 коня 4 сыграть. На конь С7 все равно, на Б7 где-то может подвиснуть. Поэтому куда он коня своего дальше намеревается задвинуть, я не знаю. Пока сюда. Поле F4 для коня освободил. А вот он как решил со мной. Ладно, не буду под темп вставать, может, слон E5 неудачно было. Я хочу конь F4 и пешки здесь надвинуть. G5 и H4, ну погнали, вперед. Так у него 8 H4. Более хулиганисто будем действовать. На F6 конь E4 парит сразу. Ну, пока сюда. Попробуем укрепить здесь B4, A3 как-то. Опять хочет сыграть, да? Ну я B5 все равно сыграю, но D5 провиснет. Можно было А3 сыграть даже в целом. Конь А4 есть ход, и конь B6, вилка там. Выглядит довольно привлекательно. А2, А4 имеет смысл? Вроде как имеет. Брать ладью, наверное, самое простое, да, что париться. На пешечку давить, на ферзь А5, ферзь Б4 есть ход. Пока сюда. Конь С3 перейдет. Слона активизировал. Давайте разменяем этого слона, он пешку держит. Защитил на А4 на всякий случай. Вернем коня. Куда-то шахует, прорывается. Здесь защитили пока. Ну что-то не то, да? Я как-то допустил активность с его стороны. Сам в свою очередь ничего не продемонстрировал. Надо королем брать. Еще. Чтобы слон был защищен у меня. Ну, погнали. Какую-то атаку попробуем развить, может быть. Худой конец. Сели. Отсюда. Он съел. Напали. Не так просто держать. Возьмем. Какую-то атаку лезет своим слоном. На всякий случай пока так. Хочу дать. Будет неприятный шаг. Две ладьи против двух слонов. Противостояние.
Кто кажется сильнее? Вот в чем вопрос. Сидим. Пан съели. И защитим. Пешку защитим. И в кайф выиграем эту партию, я думаю. Ха-ха-ха. Материи у нас много. Ну, хороший ход он избрал, да, но боюсь, не поможет он ему все равно. Здесь потому что пешки у меня дружной лавиной помчатся вперед. Шах дал, чтобы время наварить, съем пешку. И ладья d7 сыграем. И уничтожим эту пешку. Ух, ну у меня пешек-то много, друг мой. За всеми не уследишь. Делаем еще ферзей. Ферзей, ребят. Вам пора мотовать его уже. Жучек зазнался. Всех использую. Кайф! Как ребенка раскатал. Ну жестко принял, жестко. Винзавхтун. Винзавхтун. Кто такой? Международный мастер. Винзавхтун.